Спрашивали, отвечаем. Что такое опасные отходы и как их правильно утилизировать? К опасным видам отходов относятся люминесцентные лампы, ртутно-кварцевые лампы, а также батарейки и ртутные градусники. Почему они опасны? Это те элементы, которые содержат химические вещества, опасные не только для окружающей природы, но и для здоровья человека и животных. Поэтому данные виды отходов необходимо утилизировать должным образом. Их нельзя отправлять в мусорное ведро или в контейнер. Опять же, эти опасные виды отходов вы можете сдать на специализированных акциях города первых, утилизация, которая проводится раз в квартал, или в специализированные компании, которые расположены в Екатеринбурге. Адреса и контакты вы также сможете найти на полезной карте города первых. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 92 92.